Ну что же, народ, всем здорово, с вами Кузака, и сегодня мы поиграем в игрушку Happy Wheels. Да, ребята, Happy Wheels у меня не было уже более 2 месяцев, наверное, на канале. И если вы хотите ее больше видеть на моем канале, то напишите об этом в комментариях, ставьте лайки, ну и все в этом роде. Сегодня мы попроходим бутылка воды челлендж, может быть даже другие челленджи, может быть даже обычные уровни. Так что, ребята, присаживаемся поудобнее, ну а я начинаю. Так, ребята, первый разогревочный уровень у нас будет связан вот с такой вот штучкой, где надо нам по бутылкам как-то ехать, только я не знаю, как это, собственно, делать-то надо. Может, это надо на заднем колесе как-то... Да-да-да-да-да-да-да, что-то делается, но... Капец, это сложно, капец, это просто сложно. Надо как-то на заднем колесе ехать. Так, ну-ка, давай, давай, давай! Да реально не получается. Да я не понимаю, реально. Так, ребят, если вы знаете тактику, то напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что я Happy Wheels особо не шарю. Сейчас буду пробовать на личном опыте это все. Может, на переднем колесе? Ха! Чего? Сейчас я постараюсь тогда на переднем колесе прям жестко. Либо вот так вот это надо делать. Нет, нифига. Это реально нереально. Надо сделать так, чтобы он не поворачивался. Да-да-да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да-да, резко нажимать назад. Все, я понял, ребят, сейчас пройду. Сейчас пройду. А, не прошел, ладно. Попытка номер 2. Надо прям теребонить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А-а-а, давай-давай, есть! Не получается просто. Жесть какая-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, давай, 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 давай. Давай, миленький, 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 миленький. Ага. Я сейчас прям как рэпчик зачитаю. Тот нигер, сейчас ставлю даже видео, чтобы вы поняли, кто это. Давай, 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 давай. Да, это было в принципе изи. Главное научиться держаться на заднем колесе, так сказать, равновесие держать. Ну окей, давайте приступаем к следующему, более интересному и сложному уровню. Так, ребята, теперь мы покидаем бутылочки с вами, потому что если мы постоянно будем одно и то же делать, то не совсем круто получится. Вы видели, что... Сейчас я чуть-чуть что не сделал. Я чуть не поставил бутылочку на Impossible. Было бы очень, кстати, круто с первой же попытки, вы представляете? Потому что я бутылки в Happy Wheels давно не кидал. Давай, на последнюю, пожалуйста. Кстати, бутылочки какие-то прям от Фанты. Здесь в Happy Wheels, что ли, много столько разновидностей всяких. Это на самом деле даже очень круто. Давай тогда постараемся перезапустить или уже сделать все, что надо. Так, раз пошла бутылочка. В принципе, нам бутылок много дали, но с моими-то умениями это будет сложно делать. Вы, ребята, не пишите, что я полный лох. Я просто Happy Wheels мало играю. Мало, мало, мало. Так, ага, классно. Почему всегда летит вот именно на ту You won an iPhone X? Что-то там непонятно. Я выиграю iPhone 10, что ли? Да-да-да, как раз так и переводится. Ну, nope. Nope, it's the fucking no. Что-то ничего не получается, реально. Из-за меня челленджер, как не знаю кто. Челленджер — это вообще другое слово обозначает. Я почему-то именно так называю. Ха, GB, GB. Еще раз GB. Давай еще раз GB. Ага. Нет, не тут-то было. Снова iPhone X. Тем более не поставил как надо бутылочку. А теперь перелетело вообще. Отлично, все. Просто как надо. Просто как надо. Ага. Так, ну-ка. Хочу на Impossible поставить. Если на Impossible поставлю, то я полный красавчик. Но нет, я не красавчик, потому что я всего лишь человек, который крутит педали. Давай обратно. Давай обратно ко мне в ручки. Хоть как на Impossible. Угу, конечно. Ну, хоть куда-нибудь. Поставься на горлышко там, на донышко. Ну-ка, давай. Ха, вы видали, что это сделал? Я сделал горочку, хорошо. Теперь я смогу как раз-таки туда нормально попасть, да. Угу. Конечно, брат. Конечно, брат. Сейчас бы так и сразу попал бы. 2 бутылки. 1 бутылка осталась. Давайте, ребят. Завершающая бутылочка, я смогу. Нет. Давай, 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 давай. Закручивайся и попадай. Прям легонечко. 1, 2, 3. Отпускаю. Давай, лети на Impossible. Она стукается почему-то, но она не попадает туда. Да, мы это сделали, но правда она не попала как надо, так что это не совсем красиво, но все-таки я смог на Impossible поставить.
А теперь я смогу, в принципе, поставить на саму бутылочку эту бутылку. Последнюю, если я, конечно же, даже смогу ее взять. Так, давайте на раскачке. Конечно. О! Отлично, мы попали на донышко и на последнюю эту штучку. Это, кстати, даже было очень круто. Ну, давайте последний раз постараемся забросить, и там уже пойдем искать новый уровень, потому что этот вам уже, наверное, поднадоел, как и мне. Так, раз, два, ага. Понял все, я все понял. Давай хоть одну забрось нормально. Вот, на Impossible! Да как же это рядом-то, она постоянно проскакивает, а почему она нормально не может там приземлиться-то? Ну, ясно. Мои бутылочки драгоценные, лучше бы я вас продавал бы. Ну ладно, давайте тогда вот так вот закончим этот уровень, потому что, ну, мы два раза как бы поставили на самый верхний уровень, на Impossible поставили, правда, на ребро. Ну окей, погнали тогда к следующему уровню, и там уже постараемся поставить на горлышко, да, не на донышко. Итак, ребята, вот какой-то подобный уровень, похоже на первый. И сейчас мы постараемся сразу забросить на про. Вот так вот берем. Ну, почти забрался. Окей. Я хочу постараться на про, потом на MLG. Здесь, в принципе, ничего сложного нету в этом уровне. Я так думаю. Так, ну окей, на про мы никак не поставили. Из-за этого беру свои слова назад. Так, давай-ка. Раз. Ну, окей. Хотя бы на как раз-таки донышко поставили. Это уже меня не может не радовать. Так, надо как-то выпрямиться тебе. Давай, выпрямляйся. Руки вот так. Оба. 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 И на MLG. Ну, это, в принципе, изи. Но, правда, мы опять на ребро поставили. Так что можно возрождаться и делать заново. Заново творить чудеса. Может, сразу все бутылки вот так вот возьмем? И как туда забросим? Сейчас. Раз, два, три. Ладно, не получится. Я все понял. Гнилая тактика. А вот на Impossible... Че, мы поставили на Impossible? Серьезно? Как? Как она здесь удержалась-то? Она просто на краю стоит. Она должна упасть, по идее. Какого фига? Она держится, ребят. Что за бред? Что за бред? Что с этой Happy Wheels происходит не так? Я просто не понимаю. Иногда она уже приземлилась и скатилась какого-то фига. А здесь она остановилась, держась на какой-то сопле. Может, она реально клеймоментом там пристыла? Да что ж мне за везение-то такое сегодня, ребята? Реально, вот за это лайк, вот этот уровень реально очень крутой. Мы поставили на Impossible, мы поставили на MLG, мы поставили на Pro, мы поставили на Epic, так что можно приступать к следующему, не менее эпичному уровню. Так, ребята, для разнообразия я запустил какой-то хэллоуинский уровень, так как недавно был хэллоуин, и думаю, что будет неплохо запустить что-то наподобие этого. Да, я прошел его, просто прыгнув вниз, какой-то изичный уровень, так что мы... А, ну да, приступаем к следующему сразу. Так, ребят, нашел какой-то непонятный уровень, здесь надо зацепиться за кругляшек и как-то попасть на финиш, только я не понимаю как. Здесь надо раскачаться, как я понимаю, и потом нормально приземлиться на финиш, только... Когда отпустить, я даже не знаю. Давайте, к примеру, вот прямо сейчас. Так, ну-ка, лети, 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 лети. И понятно. Улетаешь вниз, как всегда. Так, а, не успел, хорошо, так, успел. Отлично. Так, давай перебрасывай свое тело. Ведь мое тело что, тупо болит? Ну-ка, раскачайся нормально. Раскачайся, раскачайся, раскачайся. Нет! Это сложно, что ли, так, серьезно? А, вот. Все, понял, сейчас пройду, ребят, смотрите. Раз, два, три. Нет, как я в тот раз поднимал-то? Как-то надо поднять тело на другую клавишу, не на эту. Вот так вот. Нет. Держимся, держимся, трясогусник. Давай, 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 давай. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Дай! Тихо. Это очень сложно. Даже я бы сказал бы более чем сложно. Вот так вот, все, попал на финиш, ебой. Это было, в принципе, изи, главное просто повернуть телом и в полете как бы долететь. Ну, все по физике, в принципе. Кстати, в Happy Wheels неплохая физика, схожая с реалистичной, что я заметил. Правда, здесь все 2D, но окей. Ха-ха, а как насчет вот таких вот уровней? Типа, вроде бы бутылки воды челлендж, но здесь нам надо сбивать людей, тем самым победить. Так, сразу минус 2. Хорошо, давайте теперь постараемся Джейсона минусануть. Нашего любимого на канале, да? А теперь... Ага. Теперь главное как-то добросить до нигера. О, гад, мазафака, гад. Так, теперь главное как-то зацепиться правильными руками за рукоять.
и как ее пнуть посильнее. Только как ее взять, это сложно. Ну, здесь мешают вот эти вот штуки, которые, на которых стояли все эти герои. Ну ладно, давайте сейчас заново постараемся тогда все это сделать. О, давай еще один минус. Вы посмотрите, что я сделал с одной штучки. Я сразу минусанул почти всех. И себя тоже. Красавчик. Вот бы так всегда бы делать. Отлично. Да, теперь только минус один. Сейчас бы взять бы за рукоять по-нормальному. Окей, перезапускаю, понял. Не получится мне сразу пройти. Блин, это сложно. Так, давайте вот эту постараемся минусануть вот так вот. Потому что ее, в принципе, легко. И... да. Ну, я так и знал. Я так и знал, что меня он порубит. На, минус. Так прикольно минусовать. Да не по голове же ты. Ну, что ж ты делаешь-то? На, минус. О, мне еще теперь кинжалик появился. Так. Ладно, просрал его. Еще один просрал. Отлично. Отлично. Теперь остался один. Ударь меня, и ты победишь. Хорошо. Так, тыкву мы вот так минусанем. И как-то постараемся на разгоне вот так вот. Раз. Два, три. Раз. Да это нереально, ребята, вот в того пацана попасть. Это просто... а, нет, вот так вот, в принципе, наверное, попадем. Так, две попытки. Ну, давай, пожалуйста, долети. Да, минусанул. Ебой, 38 секунд, и я выполнил этот хэллоуинский как раз-таки уровень. Так, давайте, ребята, напоследок пройдем... Flying the Test... или просто умение летать на таком вот чубрике. Но я, ребята, на нем летаю, наверное, второй. Или не первый. Или не знаю, какой раз. Но я на нем пару раз все-таки катался. Так, теперь какой-то еще будет уровень. А, теперь это, знаете, как в этой игрушке. Типа Марио была. Ай, как сложно-то говорить-то. Здесь надо сосредоточиваться. Точнее, не в Марио, но я думаю, что вы меня поняли, где надо через колонны прыгать. Напишите, пожалуйста, название этой игрушки. Я, честно, уже подзабыл. Либо это тоже в Марио такой уровень был. Я чуть-чуть даже не помню. Да нет, Марио такого не было. Да как здесь пролететь-то? Вот так, что ли? Конечно. Нёп. Нёп. Да это нереально. Ясно. Все, продули. Ой, прошел. Прошел, божечки мой. Так, главное подбирать каждую монетку, чтобы побыстрее финишировать. Так, у нас уже получается, сколько сейчас будет? 8 монеток, да тихо тебе, не бейся своим винтом, а то сейчас еще отвалится. Будет не совсем круто. Ай, ноги отпилило. Класс. Да почему ты не подбираешься? Вот, подобралась. Как же это сложно, как же им сложно управлять. Прошел, хорошо. Здесь сейчас тоже, наверное, пройду. Блин, у меня такое сейчас ощущение, что мой винт просто сейчас сломается. Так. Еще одну монетку взял. Давайте еще сейчас вниз поедем. Чтобы уж точно финишировать. Потому что мне надо 13 монеток, как вы видите, в правом верхнем углу. И тогда я смогу уже финишировать благополучно. Только как здесь облететь? А, вот так вот, вот так вот. Ему, в принципе, хватает. Так, все, пролетели, хорошо. Ебой, мы смогли финишировать. О да, это в принципе было потненько и в то же время и очень интересно. Боже мой, что за счет? И мы в конце концов просто разбились. Ну ладно, ребята, я думаю, что вам понравилась сегодняшняя серия по Хэппи Вилсу. Покидали бутылочки, побегали по бутылочкам, погоняли на такой вот вертолетине, штуковине, да. Поиграли хэллоуинские уровни и в принципе весело провели время. Ну а с вами был, как всегда, Козака и Хэппи Вилс. Подписываемся на мой каналчик, ставим лайки, а также оставляем свой позитивный комментарий. Ну и все, дорогие друзья, всем удачи и всем до скорого!